Под Новый год сбываются мечты. Подарком для залегощенцев стал возведенный спорткомплекс. Жители поселка уверенно говорят, ФОК будет центром, где будут готовить будущих чемпионов. Наша молодежь уже давно ждет этого такого замечательного события. Мы очень все рады. Мы надеемся, что от нашей залежи скоро у нас с лыжами там вот, с лыжами со стами мы здесь будем зимой заниматься и показывать высокие результаты. Теперь залежи будет занимать первые места. Будем заниматься, теперь негде было заниматься. На торжественное открытие ФОКа прибыли первые лица региона. Сегодня залежи получает прекрасный подарок. Подарок, который, я надеюсь, понравится всем жителям Зарыгыши. И в первую очередь, думаю, что послужит развитию физическому и здоровью нашей молодежи. Все возрасты будут заниматься и волейболом, и футболом, и на тренажерах, которые сегодня здесь установлены. То есть сегодня появляется единый хороший комплекс досуга жителей вашего района. Я сердечно поздравляю с этим прекрасным событием. В числе приглашенных гостей звезды бокса, чемпион мира и наш соотечественник Эдуард Троиновский, а также чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев. Сейчас же очень много фитнеса, там митнесы, а здесь все доступно, бесплатно. Чему учит спорт? Ребенок придет, он перед выходом должен собрать себе сумку. Все сложить, уже это усидчивость, внимание, не опоздать на тренировку, уважать тренера, вот уже уважение к старшим. Воспитывается в коллективе, среди группы, таких же, как он, сверстников. Представители власти и местные жители солидарны. Для спортивных достижений здесь есть все условия. Физкультурно-оздоровительный комплекс – это каркасно-тентовая конструкция с универсально спортивным залом, медкомнатой, санузлами, раздевалками и душевыми. На данный момент мы планируем здесь провести 5 секций. У нас будет это по тайскому боксу, по футболу, по мини-футболу, по волейболу, баскетболу. Уже через считанные дни юные спортсмены придут сюда на первые тренировки. Мы ждали его еще с лета. Тут можно записаться на борьбу, на вольную, на обычную борьбу. Можно ходить там на волейбол, на баскетбол, на тяжелую атлетику. Мы все ждали и очень надеялись. И здесь очень много ребят будет ходить. И надеемся, будут заниматься активно. И будет залегать процветать. По завершению торжественной части гала-концерта звезды бокса лично поприветствовали молодое поколение спортсменов. Кстати, объем финансирования строительства ФОКа за счет средств федерального и регионального бюджетов составил почти 59 миллионов рублей. В ближайшее время в планах открытия еще одного комплекса в селе Отрадицком Мценского района. Андрей Деркач, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».